самая самобытная команда КВН сборной Ульяновской области всегда относилась к КВНу как к сексу. Ну, то есть, можно, конечно, вначале попеть и потанцевать. Но лучше сэкономить силы и всех удивить. Поэтому к чертям прелюдии. Случай в школе. К доске пойдет Наталья. Ты почему плачешь? Меня Сидоров бросил. Ой, вот звали бы тебя не Наташа, а курить. Он бы тебя никогда не бросил. Сделала домашнее задание? Да. Давай сюда тетрадь. Так, из пункта А в пункт Б вышел одноногий человек. Ты что, это сама придумала? Что? Почему в учебнике так? В каком учебнике? Дай сюда учебник. Пожалуйста. Математика для одноногих. В бассейне две трубы. Одна вливается, другая выливается. Сколько времени одноногому плавать? Коля унес из сада два яблока, а Саша ни одного. Отгадайте, кто из мальчиков одноногий? Так, все, завтра без родителей в школу не пущу. Так они ж у меня... Ничего, ничего, допрыгают. Мы единственная команда клуба, которая не включает после шуток музыку. Чтобы не мешать вам награждать наших актеров овациями. Смелей! Смелей!